Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий, и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 17 мая, а за моей спиной находятся делянки Азимович меня сорта Рубеж. Я стою на границе двух вариантов обработки растений. Давайте пройдем в делянки и посмотрим на них. Сейчас перед вами деляночка Азимович меня, где мы применяли модус дозировки 0,4 литра на гектар. Обработка проводилась в 30-31 фазу, то есть в начало выхода растений в трубку. Сейчас ячмень находится в начале цветения, как вы видите. Модус еще называют архитектором посевов, так как он выравнивает стеблестой. Но самое главное его действие — это укорачивание нижнего междоузлия. Таким образом он препятствует полеганию посевов. Рядышком находится деляночка, где модус мы не применяли. Вы видите ее состояние. Ячмень полег. Этому способствовал прошедший неделю назад ураган, когда выпало у нас более 10 мм осадков. Разница очевидна. Давайте посмотрим на растение ячменя крупным планом. Слева от вас находятся растения, которые не обрабатывались модусом. Справа растения, которые, соответственно, обрабатывались модусом, повторюсь, в дозировке 0,4 литра на гектар. Здесь мы видим довольно большое междоузлие, порядка 10-11 сантиметров. Здесь междоузлие чуть меньше, 5-6 сантиметров. Здесь междоузлие 9 сантиметров. На варианте, где мы применяли модус, у нас междоузлие, соответственно, 4, 6 и 3 сантиметра. Это говорит о том, что модус действительно укорачивает междоузлие и, кроме всего этого, выравнивает стеблестой. Коллеги, все вышесказанное и увиденное здесь говорит лишь о том, что модус действительно работает. И кто в этом еще сомневается, приезжайте на полевой город, увидите все своими глазами. Спасибо за внимание.